А вот наш номер. 12 палуба, 710 номер. Приветик. Мы зашли в свою каюту, которую нам дали. И сейчас я вам ее покажу. Так, это у нас тут на двери, то, что я вижу. Вход тут по карточкам у нас. Если открыть, то... Да, вот. Карточку сюда оставляешь и заходишь. Хотела бы я посмотреть, так, как бы ты... Что, у нас тут кондиционер есть. Так, всякие переключатели, выключатели. Что тут у нас? Так, полотенце, полотенце, полотенце. Так, умывальничек. Так, комната счастья. Душек у нас тут имеется. Такс, так, что у нас тут? Так, о, Серега тут еще есть. Так, что у нас тут еще имеется? Так, так, светка у нас еще имеется здесь. Такс, зеркальце. О, привет, это опять я. Так, что у нас тут? Такс, сейф есть. Ну, сейф что-то такой не особо большой, не знаю, войдет сюда, ноутбук не войдет. Так, шкафчик. Войдет. Так, вот такая у нас кроваточка, довольно-таки большая. Так, что у нас тут еще имеется? Так, какое-то расписание здесь. На завтра. Меню завтра. Меню завтра, да? Хорошо. Ну, тут круглосуточное питание, насколько я знаю. Будем разбираться, что чего к чему. Так. Что у нас тут еще есть? Так, телефончики, диванчики. Еще картина есть. Так, клавиатура есть. Телевизор есть. Насчет клавиатуры я, конечно, не знаю. Так, что с клавиатурой, может быть, Wi-Fi или что, пока не знаю, для чего она нужна. Ну, интернет здесь, говорят, есть, но, по-моему, он платный здесь. Так, вот, еще один Серега есть, знакомый пацан, я его знаю. Так, розеточки здесь, что-то я смотрю, какие-то такие. Не наш стандарт, вот это что такое? О! Зеркальце с подсветочкой, крутяк. Так, что тут еще? Так, тут ничего я не вижу. Так, кстати, тут есть еще у нас, так, барчик есть. Вот такой вот. Да, мини-барчик. Чтобы оно тут, как говорится, было что попить. Ну и вот балкончик у нас с видом на море будет. Что у нас тут есть? Так, два стульчика, стольчик. В данный момент вид не на море, а на город получился. Ну, когда будем плавать, я вам обязательно покажу что-нибудь интересное. Но высота довольно-таки такая впечатляющая, хочу сказать. Что мы тут видим? Да, виды такие вообще классные. Довольно-таки интересно. Когда будем проплывать мимо каких-то островов, если чего увидим, обязательно вам снимем по... как говорится, покажем. Ну и тут что-то Мерари, который рядышком, соответственно, все то же самое, я думаю. Но там мы ничего не увидим. Наши два чемодана, которые мы сдали, к нам номер еще не привезли. Там этикеточки оставляли, все такое. К сожалению, видео разрешать не разрешали там на регистрации, там все такое, поэтому не везде удалось видео снять. Просто говорят, нельзя, нельзя, и все. Где можно снимать, я снимаю. Но на корабле вроде пока не говорили, что запрещено. Вот по этим карточкам мы будем ходить по нашему кораблю. Их привязали к моей кредитной карте Visa, с которой будут деньги сниматься. Поэтому с собой деньги, ни карточку не надо ничего носить, будет отсюда все сниматься. Вот, как бы вот они.
А потом, когда уже по приезду мы приедем, с них уже будут потом деньги сниматься. Чего мы должны будем. Кому понравилось Toyota на ISOCS, ставим лайк, оставляем комментарий и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии мы будем прогуливаться по круизному лайнеру. Очень красивый, шикарный лайнер. Всем рекомендую посмотреть следующую серию. Всем до встречи!